На территории Люберецкого округа работает много предприятий, в том числе крупных бюджетообразующих. Одно из них – фабрика «Русский холод», которая находится в поселке Октябрьский. С работой и планами компании по развитию познакомился Владимир Волков. Производство мороженого устроено компактно. В одном помещении работают несколько линий. Первая – Straight Line, установлена в 2006 году. Производительность – 18 тысяч порций в час. Линия автоматизированная, вручную происходит установка рожка. Рожок переносится из тоннеля в автоматическом режиме с помощью робота. Точно так же в упаковку. Сотрудники укладывают продукцию, упакованную в пленку. Установкой рожков занимаются несколько операторов. Лилия Хашимова работает на предприятии больше года. Ну хорошо, при желании бывает час применяет 15 минут на перекур идем. И работаем. При желании будет работа. Владимира Волкова познакомили со всеми этапами производства лакомства. Кроме мороженого в рожке, линия выпускает и мороженое в стаканчиках. Ассортимент большой, около 100 видов. Рядом работает линия по производству эскимо. Производительность 18 тысяч порций в час. Она же выпускает мороженое сэндвич, 14,5 тысяч штук. На предприятии трудится около 200 человек. Это, конечно, для нас важно, так как это налогооблагающая база, это доходная часть бюджета, составляющая основу, благодаря которой наш округ развивается. И, конечно же, мы будем помогать любому предприятию, которое строит планы по развитию. В ходе знакомства с предприятием Владимир Волков также посетил цех пастеризации и помещение, где на упаковку наносится информация о продукте, его составе и производителе. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.